Чтобы уменьшить последствия кризиса, вызванного пандемией, правительство выделило самоуправлением средства на организацию летних лагерей для детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. Такие лагеря запланированы и в Даугавпилсе. Подать заявки на их проведение молодежный отдел призывает общественные организации. Подать документы необходимо на 13 августа. Максимальная финансовая поддержка, которую могут получить от государства организаторы лагеря, составляет 19 евро в день на одного ребенка в лагере длительностью 5 дней. При этом расходы на участие одного ребенка в лагере не должны превышать 95 евро. Можно организовать и более длительные лагеря, а также круглосуточные. При этом организаторы должны соблюдать ряд условий и требований. Во-первых, у организации, общества или руководителя лагеря, подавших заявку, должен быть действительно сертификат, зарегистрированный в системе NOMAD.NESGOV.LV. Организовать можно как один, так и несколько лагерей. Но на каждой нужна отдельная заявка, в которой необходимо указать полную информацию об организаторе и его предложении, даты проведения лагеря, программу, возраст участников и их количество, финансовую раскладку по приобретаемым материалам и прочим расходам, связанным с проведением лагеря. Более подробная информация об участии в программе и подготовке предложения доступна в системе ACE, а также на домашней странице молодежного отдела и сайте самоуправления. По вопросам подготовки документов можно обращаться в молодежный отдел. Сделать это можно по телефону 20231327. Документы от потенциальных организаторов лагерей принимаются до 10.00 13 августа по почте или лично по адресу улицы Имантс 9-1Б, а также по электронной почте e-perkument@daugavpils.lv. К заявке обязательно нужно приложить два отдельных подтверждения того, что организатор готов привлекать к участию проживающих на территории Даугавпилсского городского самоуправления детей и подростков из группы социального риска, а также детей и подростков с особыми потребностями. Ведь именно эти категории ребят являются целевой аудиторией, финансируемой государством программы. Однако принадлежность к одной из этих групп вовсе не является обязательным критерием для участия в лагере. Подавать заявки могут все дети и подростки, задекларированные в Даугавпилсе. На данный момент уже одобрено 4 таких лагеря. Два из них уже работают, а еще два начнутся на следующей неделе. В них группы уже укомплектованы. В свою очередь информацию о новых лагерях и возможностях принять участие будут предоставлять организации, которые получат финансирование на их проведение. Когда лагеря будут одобрены, сами общества будут распространять информацию о том, что они ищут участников. Тогда можно будет подавать заявки напрямую в интересующий вас лагерь. Регистрация тоже будет проходить не так, как у нас, в лагерях, которые молодежный департамент организовывал летом. Каждое общество само будет проводить набор участников, информируя об этом жителей на своих сайтах и в соцсетях в удобной для себя форме. Согласно условиям выделения финансирования, участие детей и подростков в лагере полностью оплачивается из государственного бюджета. И организаторы не вправе требовать с родителей какой-либо дополнительной оплаты. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсского самоуправления.